такой прекрасный день воскресный мы можем вспомнить о своем крещении. Таким же был тот день чудесный, завет наш с Богом и грехов прощение. И доброй совести, дав обещание Богу, порвали с миром связи навсегда и выбрали мы узкую дорогу, когда Спасителю сказали слово «да». Одежды белые мы все тогда одели, чтоб верными остаться до конца, чтоб не запачкаться, а быть примером и своей жизнью прославлять Христа. Сегодня также новый день рождения молодых братьев наших и сестер. К Церкви Христовой больше прибавления. Усердно к небу устремляем взор. Не забывайте первые вы чувства, стремление к Господу и всю любовь, чтоб в сердце никогда не было пусто. Коль спотыкнешься, поднимайся вновь. Пусть Бог поможет, устроит нас в вере. Хоть за Христом нелегкий этот путь, полезными, чтоб быть во всяком деле, чтоб с верного пути нам не свернуть. Аминь.